Всем привет! Сегодня у нас не субботник, к сожалению, а воскресенский, или как-то так сказать, Happy Wheels. Потому что в субботу, к сожалению, не получилось записать ролик и выложить его. Поэтому будет поздний воскресенский выпуск. Так, первый уровень у нас Monsters. Так, чё это? Назад могу, да? Нет, назад нельзя, назад стенка. Monsters три шестерки. Один. Чё это значит? Что это такое? Подожди, как прыгать? Я забыл пробел, да? Так, какие-то упыри. Уйди, ах ты пес, отцепись нафиг от меня. Уйди нафиг. Ты чё, охренел, алё? А, у меня, блин, ты зажал свои. Ну ты чё, серьезно, блин, я не хочу переигрывать. Ладно, вот тут недалеко это. А, проехали. Так уж и быть. Короче, как я понял, это будет очень странный уровень. Так. Надо как-то разогнаться, побольше перепрыгнуть их. Ну, ты серьезно, я опять в него запрыгну. Отцепись. Отцепись. Чё, он сдохнет? У него ноги еще бегают. Ну уйди ты нафиг. Блин, там уже вторые подходит. Нет-нет, не закидывай. Так. Во, он остановил. Так, первые прошли. Ой, тихо. А где вторые? Да дед, уйди, дай проеду. Дед, хватит спать. Что это такое? Ё-моё. Что это за чупакабра какая-то? Тихо, блин, тут бутылки. Так, ладно. А, возведь. Ё-моё. Что это реально такое? Посмотри. Ой, боже. Надеюсь, ты последний. Да ты серьезно? Вы чё расплодились-то? Блин, там бутылки, я вообще не уеду. А, не-не-не-не-не. Блин, FPS аж проседает. Так, он пес зацепился. Все, последний. Сейчас опять какая-нибудь хрень прилетит, да? Опять дед или чё? Блин, там чё темно. Там очень темно, по-моему. Ну, подожди. А, нахрена прыгать тут ехать можно, да? Точно. Чё тут так темно? Медленно, в смысле? В смысле медленно? А, тихо. Я ничего не вижу. Почему медленно? Ладно, я... Это что? Подожди. Чё это за хрень? Ты чё, Тихо. А как я его проеду? Тут, я не знаю, просто должно повезти, по-моему. Ладно, давай я проеду. Охренеть, просто на дурака пролетел. Там видел, смотри, какой пес. Ты здоровый. Капец. Ладно, нам как-то... Повезло. Ганзе. Или что это? Пусть будет Ганзе. Ганс or what? Ага. Hunter's shotgun. Охотничек какой-то там. Стреляющее оружие, что-то. Так, мы пальнули, хорошо. Уйди. А, тут вниз. Ага. А им... Так, это нам что-то нажать, да, надо? Ой, стой, я отпустил. Так, АВП, снайпер... Подожди, а мне поднять надо на него или как? И нажать. Чё это за хрень? Подожди. А, стой, не... А, надо было пушку туда докоснуться. Так, мега-фраг... граната, короче. Тихо, не падай. На тебе, мега... Фраг гранат, а чё не взрывается? Ой, у меня руки чё застряли. О. Так, это чё, дед револьвер? Смертельный револьвер. Ни хрена себе. Где-то я такое видал, по-моему. В какой-то игре. Тихо, у него сейчас руки отвалится. Нет, он застрял. Ну ты серьезно? Ну пролезь, пожалуйста. Ой, пролезь. Фух, хорошо, что это конец был. Так, сейв Happy Wheels. Спасаем Happy Wheels.
By Willy Wonka Jr. Welcome to Happy Wheels. А, чё-то привет, моё имя Стэн, и я чё-то там Happy Wheels, чё-то там непонятное. Чё-то совсем... Я не понимаю, что тут написано. Рейтинг 5. А, это он походу рассказывает, типа, вот про эти уровни, где... Типа, поставь пятеру, там, баба разденется. Он, видишь, он за голову держится. Левел лайк, он, да. Ну, чё-то я... Ладно, давайте просто проедем. Я просто не настолько сильно знаю английский. Если вообще можно сказать, что я его знаю. Bottle Flip. Вот. Старенькие, добренькие Bottle Flip-чики покидаем. Где у нас победа? А, вон победа сзади. Блин, а зачем делать победу сзади, если... Все остальные тут. Или наоборот, зачем все остальное делать там, если победа там? Вот. Просто вот легчайшие. Не, ну реально, смотри, сделали победу эти в разных сторонах. Получается, все будут кидать на победу. Зачем им кидать на какие-то другие хрени? Так, что-то интересное, подожди. А, на shift это стрелять. Так, это что? А, это Stargame. Ну, короче, как-то. Ну-ка. На. Ой. А чё, я промазал? А чё вниз не... О, ничего себе. Пошло мясо. А в смысле ты в мелку не попал? Я самый низ. А. Видимо, в тот раз чуть не прокатил. Ой. Надо же. Такое может быть. Так, ладно, кого-то мы там убили. Ух ты, хедик поставил вообще прям. На тебе. Так, и последний чувак у нас остался. А, нет, там еще он мелкий пес. Ой, еще один хедик прописал. Да что ты будешь делать? Че, ему в ногу пальнул? Ну, умри, пес. Да в смысле? Я что, в него не попадаю? Блин. Ладно, давай еще. Во. Да он сдох уже, куда в него стрелять? Ты чё, пес бессмертный? Да ты охренел. Да пошел ты, мелкий. Глянь, вообще не убивается. Чё я с ним сделал? Килл. Короче, убей людей. Bottle Run. Давайте Bottle Run поиграем. Главное, чтобы не назад им ехать. Так, мышечку надо убрать. Ну, поехали, Bottle Run. Опа, просто эти Bottle Run уже прям, как семечки просто щелкаем. Water Bottle Flip. Так, еще у нас один Bottle Flipчик. А, где тут Вин, что там? Пойди, не понял. А, ну тут, наверное, победы нет, просто типа кидаешь. Давайте покидаем просто, почему бы нет. Тихо. Супер нуб, и там это мусорное ведро стоит. Да? Так, это что-то опять там говорят, на 5, по-моему, да, проголосуй, чтобы открыть еще. Да блин, почему у меня верхняя бутылка падает? Подожди. О, так, стой. Тихо, лови ее. Ну блин. Ладно, может они куда-нибудь летят. Давай, последняя бутылочка, я в тебя верю. Ой, как. Блин, нет. Ну куда-нибудь давай. Ну не сюда. Так, ладно. Чё-то совсем нам не прёт, по-моему. Да в смысле опять супернуб? Сам ты супернуб. Все бутылки в это ведро. Чё такая там это? Расщелина эта здоровая, дырка, постоянно в нее попадает.
Да смотри, просто все бутылки ушли. Ладно, давайте назад покидаем. Так, главное, чтобы верхний... Ой, Нет. А, там сверху еще есть. Тихо, последнего. Блин, нет, вылези. Да что-то я все бутылки потерял. Ну, блин, подожди. Я хочу куда-нибудь прям попасть так. Ну, что-то вот... Блин, вот, я не знаю, много, по-моему, бутылок они поставили. Да что ты будешь делать? Что-то у меня сегодня бодлфлип, по-моему, не идет. Не, вот этот почему-то не идет. Ну, Терминатор. Ну ладно, давайте следующий уровень, потому что что-то не знаю, прям ботлфлип что-то в этот не получается. Какой-то заколдованный, наверное. Что это? Intense Pogafight. Pogafight. Так, ну если там эта хрень есть хотя бы. Ага. Ну ладно, давайте попробуем в Pogafight. Но я их ненавижу, они бесполезны. Чё там? Give me your money. Money. Тихо. Ах ты, блин, тупой топор. You kill it. Чё это? Поп-поп или что? Kids, no! Это типа их батёк или что это? Ну вот давай еще батька с собой, мелких псов всяких, отпусти их. Хватит орать, отпусти мелких псов. Так, ты чё, дебил? Ладно, тут вроде небольшой погафайт, может быть пройдем или хотя бы поближе к финишу доберемся. Так, чё у тебя там, бутылка, да? Мелкие псы, батёк, ты вот чё за ними не следишь, а? Или он типа это... Что это вообще значит? Это его дети стоят или кто? Тихо, тихо, тихо. Мелкие псы. Свои секиры здоровенные. Уйди нафиг, я сейчас ногу отфигачу. Даже две. Так, уйди здоровый. Мужик, уйди. Да мелкие, вот сейчас тебе бошку. Как меня бесит, когда вот здесь вот застревают с кучей просто мяса с этого. Так. Чё там было? Подожди. Вот. Так, тихо-тихо, стоим-стоим. I'm... Чё это? Back? Или что это? Так, блин, а секира-то осталось это. Так, стой. Надо её как-то пнуть. Уйди-уйди-уйди. Уйди. Ой, сейчас на неё... Тихо, мелкого надо подвинуть. Тихо! Да в смысле, она не до... Посмотри, она ведь не докоснулась. Вот там нету ничего. Это что за параша? Блин, вот теперь есть. Как она неудобно упала. Ладно. Ой, ух, ё, что это? Там миллион детков. Вот этого я в этих погофайтах точно не видел. Блин, я туда сейчас не дойду вообще, там такие лаги. Нахрена, сука, дедов было делать? Надо же, мне эта секира помогла залезть. Так, ладно, надо быстрее отсюда выходить. Так, листаем. Rob Challenge, do it. Just do it. Мы сейчас сделаем это, да? Ой, тихо. А чё это мне не сказали, что тут надо... Прыгать так. Блин, я что-то особо не запомнил. Ладно, это, кстати, сложно здесь. Я никак не могу понять, в какой момент мне хотя бы примерно прыгать. И почему он так сильно раскачался сейчас? Подожди. Блин, там дырка эта мелкая вообще. Как ее пролететь? Ой, хорош! Я думал, сейчас башкой зацепится. Я думаю, мы с этим уровнем еще будем очень долго возиться. Хобо Раш. Так, выбираем персонажа. Ага. Так, и что? Ага, ты пес тупой, дед, отцепись. Так, ой, тихо. Короче, на нас будут нападать, да?
Ушел. Уйди, дед. А почему на меня одни детки нападают? Это что, старые какие-то убийцы, ассасины и ниндзя, которым делать уже нефиг? Что это, Супермен? Блин, тут валун. Это на меня сейчас Супермен упал или кто? Подожди, я не понял. Походу, да. Так, первый с этим, второй сверху. Ушел. Третий бесполезный. Уйди! Блин, я пашку не зацеплюсь. Так, сейчас Супермен, да? Да, тихо, пока, Супермен. И сейчас, по-моему, еще один Супермен будет. Да? Или что это? Как я должен тут проехать? У меня сверху убивает. На тебе, пес. Вот как можно проехать, не знаю просто. Я не думаю, что кто-то так поедет. Но я поеду. Тихо. Блин, я не посмотрю, что там написано. А, там что-то сложное. Уровень там сделан что-то в России. Fly или... Да, по-моему, fly to win. А, это хрень, типа, раскачивается. Таких, кстати, давно, по-моему, не было. Так, давай. Опа-опа, струночка надо. Хорош. Вниз. Так, нормально. Вот. Very easy. В смысле very easy? Хотя, да, это very easy, наверное. Easy. Так, окей, сейчас будет. Во, уже летим нормально. Medium. Ну, уже нормально, кстати, medium. Там еще какие-то смайлики у нас, это, справа нарисованы. Nice. Конечно, nice, ты чё? Сейчас будет... Кстати, а что там в конце будет? Так, nice, very nice, hard. Потом будет very hard, да, какой-нибудь. Во! Сейчас вообще улетим куда-нибудь в космос. What the fuck, good, real? Чё там? Это, по-моему, последний, да, наверное, был? А может, и не последний? Не, последний, мне кажется. А, ОМГ, не... А где конец? Мы так и будем бесконечно тут летать? А, нет, вон там внизу, по-моему, эти закончились. Ну все, сейчас должны куда-нибудь улететь. Вин. Рейд 5. Ну, прикольно так расслабиться, полетать. Так. РПГ 7 тест. Подожди, да это только что же был такой. Тут только мелких не было. В смысле? Ну ладно, тут вроде как базука. Давайте посмотрим на базуку. Это что, один и тот же человек делает? Так. Нормально, глянь. А, нет, ракета ставится. Допустим. Ну, это помощнее будет, чем... Эй, кстати, с чего мы стреляли, я не помню. Ну, смотри, как просто расфигачивать всех. Может быть, тут даже победа есть? Я сначала думал, будет заряжаться без вот этой хрени. Оказывается, все нормально заряжается, вот эту ракету вставляет. Ну, стреляй. В смысле? Я что, промазал? Так. Ну, тут, блин, как-то все заскриптовано. По-моему, да. Потому что... Он же сам этот патрон не летит, а он просто взрывается, если ты в определенную местность типа навел в правильную. Dead Star Sword True. Смертельный старт. Ух ты, чё, это лазерные мечи, да? По-моему. А, чё тут? Billy, I am your father. Kill Billy to stop the force fire. Что происходит? Ноу! Ну да, это что-то, походу, какие-то звездные войны, что это. Да, смотри, там он джедай, он стоял. Так. Ну да, этот говорю, типа, Люк, я твой отец. А этот, когда падал, там орал же, нет. Погаган. А, пога оружие? Угу.
Ну, такие, кстати, такое что-то, по-моему, давно очень было. Подожди, там на Ctrl, да? Тихо. А чё не лезет? Ну-ка, я не понял. А, вот, смотри. Так, let's go to space. Подожди. На. Во. Блин, а как, подожди. Во. И мелкий, да, по-моему, остался. Все. Не, ну, в принципе, прикольная мысль такая сделать. Ну, кстати, реально, можно было побольше чувачков добавить. Bottle Run 2.0. Так, нуб. Год эпик. Ой, тихо, блин. Это не считать, я просто зачитался. Я вспоминаю, как они переводятся. Что там хорошо, эпический, что-то еще там, не помню, что там было. А, и нубка. Нубка, нет. В смысле? Ты да меня не пустил? Ага. Я, кстати, сейчас даже отпустил канал. Я понял. Там просто в начале слишком резкий старт. Там, походу, две штуки или три даже стоят. Да? Мне ж не показалось. Потому что старт, по-моему, реально жесткий. Значит, нам далеко сейчас ехать придется. Я думал, тут типа будут. А, нет, тут есть все-таки эти дозаправочки, типа. По скорости. А где конец? Ой, куда-куда см. А. Хотели нас намахать, но что-то не получилось у них. Роб Свинг Amazing. Давайте Роб Свинг нам. Так, пресс Z. Оп. А, куда? А, блин. Но он слишком это плохо зацепился далеко. Вот, по-моему, нормально в этот раз. А, ну и ногами же лететь. Ну серьезно, гля, летит ногами. Как он ногами? Хотя, может быть, если бы он умел ногами цепляться. Почему так сложно? Подожди, я в самом начале не могу понять. Так, давай. Вот. Переверни ру. Да как так, он не допрыгивает? Реально, смотри. Да в смысле? Он берется слишком это, где-то посерединке. Надо вот за край браться. Тихо. Минус рука. Круто, что я могу сказать? Минус что-то там еще. Минус нога. Тихо, возьми. Себя не надо брать. Фу, я рано. Не, нормально, фу. Прикинь, вот это мне, конечно, повезло. Да в смысле? Блин, там что-то слишком длинный Роб Свинг, оказывается. Да куда ты вообще перелетел? Мне кажется, мы его не пройдем. Прям вообще. Ну да. Да что так сложно, подожди. В самом начале сделали как-то хреново. Вообще не прыгается. Боже ты мой, а? Что за Роб Свинг за такой? Роб Свинги должны нормально проходиться. Надо было нормально, чтобы он зацеплялся. Ну почему он ногами летит? Почему? Ну за. Я сейчас психану и выйду, Роб Свинг, ты меня слышишь? Я пойду лучше в Покеджамп поиграть. Пожалуйста, дай я тебя пройду. Ну, долети, долети, долетел. Ну, почему он весь ломается? Что за хрень? Так, там надо сейчас вниз падать. Блин, а там сложно так-то вниз падать. А чё он головой не ударился? Как-то странно. Куда? Куда? Что? Тихо, тихо. Тихо. Тихо, подожди. Да ты серьезно? Ладно, давайте еще раз попробуем. Чё, мне не сказали, что надо прям в эту прыг. Ой, зря я рано отпустил. Блин, ну конечно сделали Роб Свинг. Просто непроходимый какой-то. Ну что ты будешь делать? Так, давай сальтушку. Ох. Мне уже нервов не хватает, ладно. Давайте следующий уровень посмотрим.
Так, WWE Championship номер 2. Очередный. О, как я его хорошо взял. Ой, сам сломал. Смотри себе позвоночник. Ну-ка, подожди, мне это не нравится. Мы чемпионы или кто там? Вот, на тебя с башки. Расслабенько получилось. Ну ладно. Главное, что он за рингом. Глаз брик. Это стеклышки ломать, да? Так. Назад. Нельзя назад. Я понял. Welcome to Glassbrick. Точно. Bye, Drillon, Edwy, Enjoy. Так, ну это что, типа, тоже типичный этот Glassbrick. Просто стекла утолщаются и все. По-моему, Happy Wheels стал просто какой-то реально типичный. Там уже есть свои определенные уровни, и они все друг друга повторяют. Вот реально прям все. Редко очень бывают какие-то достойные, интересные уровни, над которыми сидят люди, там заморачиваются, что делают. Тихо-тихо, я. Да в смысле? Так, click to meet open. Ага, все. Вот ладно. Ну вот реально, вот ничем не отличается. Вот во всех глазбриках практически есть вот эти бутылки. Опять нажимать на этого чувака. Click me. Давай на тебя нажмем. Глаз, в смысле? Подожди, это мне типа выбирать. Глаз фол, и здесь еще bottle fall. Ball fall. Jet fall. А, ну не знаю, подожди. А, это падать, да? Через. Ну тут хотя бы выбрали, подожди. Glass fall, bottle fall. Ну давай стекло, наверное. Тихо, как мне? Нажать на него или что? Ты мне откроешь? А, вот. Здесь вроде как несложно. Вон они сами себе сломали. В смысле, ты чё? О, я даже пролез чуть-чуть на другие финиши. Так. Impossible 99%. 99. Так, и в чем тут 99%? Ой. Вот это мне подфартило, конечно. Блин, там дерево нельзя перепрыгнуть, да? Ой, то есть пройти через него. Ну что ты, перепрыгнуть дерево, оно маленькое, ты чё? Во. Тихо. Ой, сейчас. Блин, там нельзя головой вперед. Подожди, подожди. Встань, 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 прыгай. Да в смысле? Нормально так, смотри, он живой. Я жив, я ничего не знаю. Вот это мне, конечно, жестко повезло. Просто два раза за этот уровень. Так, дедбол, смертельные шары. Что это? Ух ты. А, такой еще тоже помню, да-да-да. Такой уровень был, похоже, какой-то. Только там, по-моему, в городе надо было ехать. Ну, я точно не помню, но был вот с таким, типа, шаром тоже. Класс брик, хорошо. Проседает FPS-ик. Подожди, надо разогнаться получше. Так. Чё это такое? Буст. А мне прыгать надо? А, не, он сам допрыгнул. Хорошо. Так, там что-то читать надо. Много, много читать. Нам надо смотреть уровни, а не читать. Happy Day. Чё это один, да? Ну да, там же день, значит первый. Happy день первый. Click me. Цветочек. Или, а, тихо. Я на тебя нажал. А что делать? Что происходит? Я сейчас ничего сейчас не понимаю. Цветочек еще один. Я не пройду, да? Подожди. Ой, там эти полетели. Тихо. Все. Так. Как-то красочно, но непонятно. А чё мне куда? Подожди, мне надо их типа расфигачить, да? Точно. Happy Day 2.
А, это веселый, типа, в смысле день, а не хэппи-вилсовский. Так, ну там смотри, что-то ночь, день. А, это мне нажать надо или что? Или я просто жду? А, это типа заставка? Ну да, это типа поставь пятерку заставка. Ну ладно, чувак, может тебе там пятерку поставят. Мы увидим второй этот Happy Day. Так, и давайте, наверное, последний уровень. Роб Свинг. Новый. Новый Роб Свинг. Я думаю, он реально новый. Что-нибудь новенькое будет. Но пока, по-моему, все стандартно. Так. Тихо, сильно. Тихо. А, быстрее. Но он теперь не зацепится никак. А, тут и не надо. Да в смысле ты вылетел? Вот это, кстати, простенький, но он что-то на меня смотрит. Ой. Что-то я перелетел, мальца. А, тут в при... Вот он здесь нормально цепляется, можно... Не, это не сильно. Я понял. Так, надо в пушку нормально попасть. Да в су... Чё за хрень? Почему все ломается? Я сейчас не понял ничего. Какого фига все ломается? Хватит танцевать. Вот. Да в смысле? Хватит руки ломать. И как я буду сейчас цепляться? У него руки сломаны. Нет, подожди, ты без меня не поедешь. Ну охренеть. Какой-то странный, смотри, у него все ломается. Почему такой уровень сделали? Я не зацеплюсь, да? Да ты серьезно? Давай я уже нормально пройду тебя уровень, а? Блин, он хреново сейчас. Наверное. Нет, нормально. Так, перевернись, пожалуйста. Перевернись. А, вот нормально все. Погоди, правильно летели. Что тебе? Перевернись. Так, тихо, я зацепился. Хорошо, хоть руки не оторвало. Блин, подожди. Мне на ту сторону бы надо. Тихо, я взялся, да? Финиш. Да! Мы наконец-то затащили. Ну, этот Роб Свинг реально был легкий. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на паблик ВК, на меня ВК, на YouTube канал. Всем до встречи, всем пока.